Планируем в самом театре, когда он будет сделан, сделать такую не доску почета, а доску мецената. То есть, где будут указаны все фамилии людей, которые пришли на помощь и помогли нам. Помощь, в принципе, любая нужна, не только финансовая. Это может быть и стройматериалы, и рабочие руки, и даже просто добрый совет, который в Одессе необходим, где что дешевле достать, купить и так далее. То есть большое спасибо всем, кто откликнется.